Мне очень приятно читать ваши комментарии по поводу того, что вам не хватает утра нашего с Джамалом на НТВ. Ну, жизнь такая, знаете, вчера было солнышко, сегодня дождик идет. Вчера была эта работа, сегодня ее нет. На самом деле мы ее делали с огромной страстью, с огромным желанием. Это, ну, такой серьезный труд, потому что это концентрация, это моменты такие, как бы мы актеры, и я, и Джамал, и мы учились на другое, а тут нужно было что-то пробовать новое. Я очень признательна вообще каналу НТВ, который дал нам эту возможность попробовать себя в этой роли. И потом вообще судьбе, что это случилось, и Джамалу за то, что он оказался, как я и думала, что не подвел, и дружбаном, и партнером, и талантливым, очень смешным. Вообще, на самом деле, мне бы хотелось, чтобы вы увидели, что творилось за кадром, когда он смешил меня так, что я просто падала с этого кресла, и действительно мы не могли, не должны были останавливаться, у меня катились слезы градом. В общем, это был кайф, и мне искренне жалко, что кайф закончился вот этот, и что как-то теперь есть утро-то на канале закончиться не может, утро на НТВ есть, на любом канале утро должно быть обязательно. Там осталось у меня две небольшие рубрики, ну завтрак как и раньше был, пока есть и завтрак тоже, и рубрика с каким-то гостем на интересную, интересующую меня тему, я надеюсь, вас интересующие какие-то разговоры. Но вы понимаете, ну что лукавить, я не буду говорить, что там вот от того, что прекратилась программа «Утро» с Юлией Высоцкой, я обрадовалась, потерла руки и сказала, ну и ладно. Ничего подобного, конечно же, грустно. Но нет худа без добра. Мы делаем теперь, благодаря каналу НТВ, который захотел, чтобы мы это делали, мы делаем новую программу, по субботам она будет выходить. И у меня сейчас вот прям такой процесс подготовки этого материала, это очень волнительно, нервно, сложно, но все равно это тот самый кайф, ради которого это и стоит делать. Я очень надеюсь, что вам понравится, потому что, ну, мне кажется, мне хочется сделать такое, чего никогда нигде не было. Ну, это как обычно, всем так хочется, что получится, посмотрим. Команда все та же, что тоже очень приятно. Вот, поэтому ждите нас по субботам, мы скоро выйдем.